Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы будем готовить сыр чеддер. Это классический британский сыр, назван он в честь деревеньки Чеддер в Британии, в каком-то там графстве, я не помню. Ну, в общем, название пошло оттуда. Мы взяли у нашей молочницы, у наших фермеров молочко. Готовить мы будем из 20 литров молока. Также мы в магазине 413.com.ua приобрели закваски и ферменты. Сейчас вот распакую. Я в прошлом видео жаловался на магазин «Заквасочка», которая в зип-пакетах поставляют закваски и ферменты. Здесь поставляется вот таких вот колбочка, что, на мой взгляд, значительно гигиеничнее и более удобно. Для варки мы будем использовать нашу водяную баню электрическую. И, собственно говоря, первое, что мы сделаем, это традиционно снимем сливки с молока. Снимать мы их будем вручную. Сейчас Лариса покажет, как. И после этого будем готовить молоко для того, чтобы сделать... Начнем снимать сливки. Вот таким вот образом, ложечкой. Лариса их снимает вручную. Из сливок мы потом делаем сметанку очень вкусную, домашнюю. Причем вся семья за сметанкой стоит в очереди. А я пока несколько слов еще скажу про молоко и про сам сыр. Молоко должно быть подготовлено обязательно. Это ни в коем случае не должно быть свежее молоко. Мы используем молоко вечернего удоя. Оно у нас в прохладном месте стоит ночь. И вот утром, где-то в обед, мы начинаем, даже не утром, а в обед, начинаем готовить из него сыр. Это делается для того, чтобы могли подняться сливки и их можно было снять. Потому что на свежем молоке, которое только после удоя, так не получится. Что касается самого сыра, друзья, сыр чеддер может быть как твердый, так и полутвердый. Все зависит от выдержки. Выдерживать его можно от месяца до 60 месяцев. То есть есть там очень старый сыр, который выдерживается 60 месяцев. Мы, я думаю, ограничимся, все-таки мне хочется... Так как пармезан у нас еще зреет в нашей сырной камере, мне все-таки хочется сделать не очень твердый сыр, поэтому я думаю, что мы его будем выдерживать месяц. Ну, собственно говоря, сейчас подготовим все молоко, снимем с него сливки на вкусную сметанку и приступим к приготовлению. Лариса отобрала сливки, и теперь нам надо молочко перелить в нашу водяную баню. Делаем это через марлечку, которую вкладываем в друшлячок. Хоть наши фермеры и очень порядочные, чистоплотные люди, но все равно не исключено попадание в молоко каких-нибудь соринок. И чтобы исключить попадание этих соринок в сыр, мы его процеживаем. Какая-то сока там мало. Перелили все молочко, и теперь надо его разогреть до 32 градусов. Я включил нашу водяную баню, установил на термометре, на термодатчике 32 градуса и ждем, пока молочко, нагрелось до 32 градусов, и настало время вносить закваску. Для того, чтобы правильно внести заквасочку, рассыпаем его по поверхности молока, даем минуту, ждем, чтобы закваска регидрировалась, то есть, чтобы сухая закваска впитала себя в воду. После этого тщательно перемешиваем и оставляем на 40 минут. При этом нам надо поддерживать температуру 32 градуса по Цельсию. Естественно, накрываем крышкой, чтобы, ну, во-первых, чтобы температура была более стабильна, а во-вторых, чтобы не летели всякая пыль туда не оседала и все такое прочее. Перемешиваем, да. И через 40 минут будем готовиться вносить фермент. Прошло 40 минут, друзья, и нам надо приготовить и внести фермент. Молокосвертывающий. Для этого растворяем нужную нам по объему молока порцию фермента в рюмочке с чистой кипяченой холодной водичкой. Ну, хватит там растворять уже. Хорошо,
вносим фермент в молоко. И все тщательно перемешиваем. И, друзья, так как мы будем определять точку начала образования сгустка опытным путем, то засекаем время, желательно на точном секундомере, после того, как мы внесли фермент. Примерно через 10 минут мы начнем, начнем контроль за точкой начала образования сгустка или точкой флокуляции. Нам надо приготовить, хорошенько простерилизовать капроновую крышку для 3-литровой банки, для того, чтобы опытным путем определить эту точку. И сейчас, минут через 10, я включил секундомер, мы вам покажем, как это сделать. При этом поддерживаем, друзья, температуру 32 градуса. Прошло около 10 минут, и мы начинаем тестировать молоко на начало образования сырного сгустка. Ложим вот таким вот образом крышечку и прокручиваем ее. Прокрути, покажи, что она сейчас крутится. Крышечка спокойно крутится на поверхности молока. Мы будем ждать, пока она прилипнет, и как бы покажем вам это, как это происходит. После этого я расскажу, сколько надо ждать времени до образования, до окончания образования сырного сгустка. И вот примерно через 20 минут крышечка начала схватываться. О, вот она уже полностью схватилась. Видите, какой эффект? Ее когда толкаешь, она не крутится, она прилипшая к сгустку. Это обозначает точку. Сейчас у нас прошло 22 минуты. Это обозначает точку, когда начал образовываться сгусток. Так как мы варим твердый сыр, применяем коэффициент 3. И до окончания образования сгустка берем время, засекаем 66 минут от момента внесения фермента. То есть засекаем время, когда внесли фермент. Через 15 минут начинаем тест с крышечкой. Как только она прилипает к молоку, засекаем время, умножаем это время на 3. Это и есть полное время образования нашего сырного сгустка. Все, она прилипла уже, да? Да. Угу. Вот видите, она даже не проворачивается. Поддерживаем температуру и как бы оставляем густок спокойно образовываться уже до конца. Итоговое время у нас 66 минут образования сгустка получается. Но, друзья, этот тест для каждого молока, его надо проводить отдельно, потому что, может быть, это не для сыра тест, это именно для молока. Это время не является постоянной, и все зависит от каких-то внутренних процессов в молоке. С одними и теми же ферментами в одном молоке сгусток может начать образовываться там через 15 минут, а во втором через 22 минуты, как вы только что видели. Поэтому ждем 66 минут и будем приступать к порезке сгустка. Прошел час и 6 минут, друзья. Проверяем сгусток на чистое отделение. Режется. Все хорошо режется. Ножик чистый. И начинаем резать сгусток. Порезать нам его надо на кубики размером 1-1,5 сантиметра. Мы режем лирой, но можно также резать ножом или венчиком. Хорошенько во всех направлениях прорезаем его. Сгусток очень хорошо режется. Но он, кстати, не такой твердый, как у голландского. Он помягче, да? Ну, видите, вот по поверхности видны кубики. Как Лариса его режет, так он и режется кубиками. Да, реально другой консистенции. Ну, каждый сыр, каждый сгусток совершенно по-разному себя ведет. А сыр чеддер, он еще готовится очень интересно.
Скоро у нас начнутся танцы с бубнами. Мы будем выполнять процесс чедеризации, так называемый. Слабо себе представляю, как мы это сделаем, конечно. Мы будем пробовать. Да, мы порезали сгусток, друзья. Теперь нам надо медленно, в течение получаса, то есть не сразу нагреть, а в течение получаса постепенно нагреть нашу емкость, ну, наш сгусток до 40 градусов. Время от времени, я думаю, раз в 5 минут мы его будем перемешивать. Я увеличиваю нагрев. Я вначале тогда на 35 ставлю, да? А через 15 минут поставим на 40, чтобы оно плавно нагревалось на водяной бане. 30 минут мы перемешивали сырное зерно, температура поднялась до 40 градусов. И теперь нам надо его накрыть крышкой и при температуре 40 градусов оставить еще на 30 минут. За это время зерно должно опуститься на дно и слипнуться, ну как бы слипнуться, образовать такой сырный сгусток, уже слипшийся. После этого будем сразу сливать сыворотку. Закрываю крышечкой и оставляем еще на полчаса. И нам надо слить сыворотку. Все наше зерно опустилось на дно кастрюли и должно слипнуться в плотный сгусток. Но сейчас вот сольем сывороточку и посмотрим, что у нас получилось. При этом поддерживаем температуру 40 градусов, не уменьшаем ее. То есть у нас стоит на водяной бане, и в водяной бане температура 40 градусов, соответственно, и наш сыр должен быть температурой 40 градусов. Наша задача сейчас полностью слить абсолютно всю сыворотку. Я не очень хорошо представляю себе, как мы это будем делать, но сейчас Лариса вычерпает основное, а дальше будем смотреть. Вот так вот выглядит наш сыр, когда мы... Слили. Главное, что он сейчас не убежал. Таким вот образом сливаем. Первый раз такой рецепт. Конечно, не помешала бы кастрюля с краником каким-то. Может, возьми этой ложечкой его придет. Да. Но это еще только начало танцев с бубнами, друзья. Все самое интересное в чедеризации впереди. Съезжает. Ладно, я думаю, там немножко этой сывороточки не помешает или помешает. Ну, я потом в процессе, я смотрю, что нужно слить. Сейчас подожди. О, а давай я здесь сейчас какой-то ложечкой вычерпаю. Я возьму полонничек. Наклоняю и здесь вычерпаю. Угу. Вот такая вот интересная игра с щедером, друзья. Надо слить полностью сыворотку. Блин, как его потом делать? Я не представляю себе, конечно. Ну, слушай, это бесконечная история, она будет натекать. Давай ставлю, разравниваю его немножко. И, друзья, увеличиваем температуру до 42 градусов. То есть в кастрюле включаем небольшой нагрев. И оставляем еще на 10 минут. Причем вот здесь вот разровняем вот так, потому что нам же он нужен ровный. Нам его потом надо будет резать и складывать. Выравниваем вот эту вот сырную, как сказать, лепешку, чтобы она имела примерно одинаковые края. Потому что в процессе чедеризации нам надо будет его разрезать и складывать друг на дружку. Оставляем на 10 минут и нагреваем до 42 градусов воду.
10 минут пролежал наш сгусток при температуре 42 градуса и начинаем процесс так называемой чеддеризации. Режем сгусток на 4 части. Режем пополам, он спрессовался сейчас. Ну, плюс-минус пополам, понятно, не будем же рулеткой измерять. Могу штангель-циркуль принести. И каждую половинку еще раз пополам. А для чего ты достаешь? Ты сразу же один на один положишь. Попытаюсь сделать. Вот так вот. Лучше бы ты ложила так, как ты сначала ложила, мне кажется. Потому что нам же на каждой стороне его надо выдерживать. И каждую половинку режем еще раз пополам. Ну или уже две половинки вместе, как в данном нашем случае. Получается у нас такой блин. Очень неровно с этой стороны он получается. А ну он присядет, да? Достаем сформированный наш вот этот вот параллелепипед чеддера, ставим его на вот такую вот решеточку, даем стечь сыворотки. В это время нам надо вылить сыворотку из нашей водяной бани. А ты подними вот сыр, а я так вылью, да. Я вылью вот эту вот сыворотку. И, друзья, в водяной бане продолжаем поддерживать температуру 42 градуса. Наш сырок немножко стек. И начинаем процесс чеддеризации. То есть на одной из сторон, на любой, безразлично на какой, оставляем его на 10 минут. Накрываем крышкой, засекаем время. Мы его должны по 10 минут подержать на каждой из сторон. Прошло 10 минут. Мы продолжаем страшную чеддеризацию, переворачиваем наш сыр на другую сторону. При этом температуру водяной бани поддерживаем 42 градуса. Вот эта поверхность стала глянцевой, да? Ну да, гладенькая. Угу. Меня волнует, как мы его на торцы будем ставить. Ну, давай пока эти стороны спрессуем. Итак, друзья, все 6 сторон по 10 минут каждая. После этого, я уже не буду это показывать, на каждую сторону мы будем ложить сыр на 10 минут. И после этого приступим к дальнейшему процессу. Процесс чеддеризации, друзья, завершен. Прошел час, мы попереворачивали 6 раз наш чеддер. Конечно, мне это напоминает такую очень жесткую форму мазохизма. Дикие люди жили в этой британской деревне Чеддер. В общем, теперь нам его надо порезать, чтобы вы понимали. Порезать на кусочки 1.5 сантиметра. Достаточно плотный уже такой стал. Вот Лариса его порежет на пласты. Интересно, надо будет потом купить чеддер в магазине и сравнить с тем, что у нас получится. Кто-то пришел, пока Лариса будет резать, я пойду открою двери. Вот так вот нарезаем сырочек на пласты. Нам его в результате надо порезать на кубики со стороной 1.5 сантиметра. Я думаю, может по 2, там по 3 штучки или больше сами. Вот так, в одну сторону и в другую сторону, например. Угу. Вот так я имел в виду. И сразу же может их емкость сбрасывай, как порежешь. Легко режется? Так. Ну, какой он по консистенции? Как брынза где-то, да, сейчас? Наверное, да. Но он такой, наверное, все-таки более вязкий. Угу. Странно. Вот мне интересно, этот сыр должен быть либо твердый, если его долго выдерживать, либо полутвердый. Но у меня такое впечатление, что он будет значительно более твердый, чем пармезан.
же тоже считается как твердый сыр. Ну, в зависимости от выдержки. Я читал в Википедии статью, там написано либо твердый, либо полутвердый, в зависимости от выдержки. В общем, друзья, режем его на кубики весь. Лариса порезала весь сгусточек на кубики, как видите. Теперь мы его солим, друзья. Солим из расчета 2 столовые ложки без горки на 10 литров молока. То есть мы варили из 20 литров молока, значит мы солим. Ты, я думаю, ложку перемешай. Ну, так и да, чтобы оно равномерно было. Потому что если ты насыпешь все сверху, оно будет неравномерно. Конечно, такой рецепт... Я такого сыра еще не варил. Ну, в принципе, по сложности, по категории сложности, то есть сыры делятся на категории сложности приготовления. То есть это четвертая категория сложности. Это самая сложная? Ну, я так понимаю, что 5 категорий. А брие тогда 10-я, я думаю. Если 5 категорий, то брие это 10-я категория. Надо сделать какой-нибудь дорблю. Мне кажется, там все просто. Заплесневел и все, дорожает в холодильнике, как говорил этот чувак из Файна Украина. Значит, еще раз, на 10 литров молока 2 столовые ложки соли без горки. Так как мы варили из 20 литров молока, то 4 столовые ложки. Кстати, у нас сыра получилось почти 1700 грамм. Солим и начнем формовать наш сыр. После того, как мы посолили сырок, будем его выкладывать. Коврик. Не надо. Не надо коврик? Нет? Зачем, если... Будем его выкладывать в форму. Я, конечно, не понимаю, как он достаточно тугой, как из этого сформируется сыр из этих кубиков. Но за счет веса, который мы должны... Но он прессуется, да, большим весом. Вот таким вот образом выкладываем весь наш сыр в формочку. Но все равно я разровняю его, я реально не понимаю, как из этого получится цельный сыр. Сложили сыр в форму и начинаем его прессовать. Первое прессование мы делаем грузом 8 кг на 1 час. Это два диска, большой и маленький. Через час мы вымем сыр из формы, посмотрим, что получилось, перевернем его и будем прессовать следующим весом. Прошел час, нам надо снять груз наш и перевернуть сыр в форме. Посмотрим, как у нас это получится. Лариса, ну что там? Сейчас покажем, давай, какой он. Вот так вот странно выглядит наш сыр, друзья, после часа прессования. Ну, все делали по рецепту, а что получится, мы узнаем вместе с вами. Сейчас будем его пробовать вынуть. Вынулся. Ну и говорили, ну как бы и писали, и я слышал, что он должен быть как губка. Ну, конечно, мне это странно. Я такого сыра еще не видел. Аккуратно, чтобы он... Ларис, лучше не мне его, ложи сразу в форму, потому что он может развалиться. Я думаю, не так. Что не так? Ну ладно. Поместили с горем пополам. И ставим его под пресс. Теперь прессуем весом 16 кг в течение 15 часов при комнатной температуре. Сейчас мы добавим диски. Ну, в общем, у нас вес будет 16 кг, друзья. Через 15 часов мы покажем вам результат, что получилось. И сыр надо будет обсушивать. Но у меня, конечно, очень серьезное на этот счет сомнение сейчас есть. Может, и не надо было это говорить. Ну, какой-то он сильно кусковой. Наш сыр пролежал 17 часов под прессом. И сейчас у нас будет не презентация, а работа над ошибками. Ни один рецепт не сообщил точной информации о том, как проводить чеддеризацию. Изначально, как вы вчера вечером видели, сыр у нас не спрессовался. То есть он остался кусками. Мы совершили несколько ошибок. Порылись с Ларисой на англоязычных сайтах, собрали информацию,
реанимировали наш сыр. И сейчас я расскажу, в чем были эти ошибки. Не хочет. Блин, боюсь эту штучку погнуть. Ты посмотри, залип как. На досточку. Досточку ты чистила? Да. В общем, пришлось немножко постучать. И сыр мы достали. Вот он получился сейчас такой структуры. То есть видны те квадратики, на которые мы резали. Но сам сыр внутри в массе спрессовался. Нам пришлось его нагревать и прессовать по новой. То есть мы, когда вам показывали его спрессованный, он был не спрессованный. Он был кубиками, как вы видели. И мы эти кубики опять разобрали на кубики, подогрели на водяной бане, чтобы он немножко разогрелся, и кое-как спрессовали. Значит, в чем наши основные ошибки при приготовлении сыра чеддер? Ошибки именно в чеддеризации. Когда мы разрезали сырный сгусток в кастрюле, мы слепили 4 куска сгустка и начали его перекладывать из стороны в сторону. Это ерунда, такого делать не надо. Вы просто разрезаете сырный сгусток в кастрюле, когда вы слили сыворотку, и два раза прямо на бане при температуре 42 градуса на этой водяной бане два раза его перекладываете из стороны в сторону, туда-сюда, туда-сюда. Вот таким вот образом, каждый из кусков. То есть складывать их, лепить ни во что не надо. Это фигня, как бы я уже посмотрел видео из завода, даже нашел, потому что меня вчера эта ситуация расстроила. Все рецепты, которые написаны вот в доступном русско-украинско-язычном интернете, они, на мой взгляд, неправильные. Они вводят людей, которые хотят приготовить чеддер, в заблуждение. Итак, мы провели чеддеризацию. После этого, не вынимая сыр из кастрюли, не давая ему остыть, мы его должны прямо в кастрюле порезать на эти кубики 1-1,5 сантиметра. Прямо там же в кастрюле мы его должны посолить, чтобы он не остыл. Потому что мы его, как вы помните, достали, у нас сыр остыл, он потерял плавкость, затвердел, и после этого прессование его в однородный кусочек сыра было невозможно. То есть у нас сейчас сыр фактически спасенный. Что получится, я, естественно, покажу через месяц по результатам. Но сейчас пока... Вот, прямо в кастрюле режем на кубики при температуре водяной бани 42 градуса. Прямо там солим, после этого закладываем форму и начинаем прессовать. Первое прессование весом 8 кг, 1 час. Второе прессование весом 16 кг, 12-15 часов. Вот так вот будет правильно. Теперь... Этот сыр при комнатной температуре, когда вы его уже спрессовали, при комнатной температуре мы его обсушиваем, ставим на решеточку, чтобы был доступ воздуха, переворачиваем со стороны на сторону и при комнатной температуре обсушиваем в течение 2 суток. После этого покрываем латексом или воском и отправляем в холодильник при температуре 10 градусов на созревание. Самый молодой чеддер может получиться через месяц. Классический чеддер 3 месяца. Если есть терпение, есть желание сделать старый чеддер или очень старый чеддер, то до 60 месяцев. Но я не думаю, что среди сыроваров домашних есть... такие стойкие люди, так сказать. Поэтому я думаю, что мы возьмем неделек 6 на созревание и через 6 недель покажем дегустацию. А сейчас я приближу и покажу крупный план, какой у нас получился сыр с ошибками, друзья. Вот такой вот вид имеет наш чеддер, неудавшийся на крупном плане. Но я думаю, что он удавшийся. Просто присутствовали ошибки, которые мы не могли знать или недостаточно постарались разобраться. Но теперь разобрались полностью. И если вы по этому рецепту будете готовить сыр чеддер, у вас 100% все получится. Ну, 99% по крайней мере. Видите, он немножко пористый и наружные, снаружи какая-то вот эта структура кубика
кубиков немножко видна, на которую мы ее резали. Но я надеюсь, что мы его обсушим, покроем латексом, и он у нас вызреет, и все будет тип-топ, так сказать. Ну, друзья, на этом я немножко вот как бы злой на все рецепты, которые читал, изучал неделю, вычитывал, как делать чеддеризацию, и никто не написал, ни один человек не написал правильно, что это надо делать при температуре и ни в коем случае не допускать остывания сыра. Но зато теперь у меня есть опыт, и теперь я могу вам преподнести правильный рецепт. Поэтому желаю, чтобы сыр чеддер у вас получился. Надеюсь, что наше видео было, друзья, для вас полезно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока!